Worried about people in prison, not the young people, the students. Я не сомневаюсь, что, несмотря на такие вот, ну, в буквальном смысле, акты запугивания и террора, которые сейчас происходят в связи с арестом просто таких случайных людей, тем не менее, волна будет нарастать, и этот режим еще сильно пожалеет о том, что он сделал. Спасибо большое. Откуда? Томск. Томск? Спасибо, что ты говоришь. Алексей, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Конечно, нет. Спасибо, сейчас...